Видите, у нас теперь есть все, о чем мы мечтали. Мы вместе, есть Димка. Есть отель, любимая работа. Я так люблю тебя. Я люблю тебя. Меня зовут Роман Полищук. Я хотел бы купить этот отель. Мне нужна земля под отелем, на которую у вас оформлена долгосрочная аренда. Об этом не может быть и речи. Это не просто отель, это наша жизнь. София не продается. Все. Что мне делать? Для начала не дрейфить и нанять самого лучшего адвоката. Меня. В область пришли серьезные игроки. Мне два раза зубами клацнут, тебя не станет. Война началась раньше, чем мы думали. Никаких поблажек для вас больше не будет. Постояльцы соседнего номера уже подали на тебя в суд. Но вы можете поменять свое решение. А если я не соглашусь? Пеняй на себя. Мой муж умер! Тебя гонят! Успокойтесь! Это ты подозвал убийца, они неизмеримы на глазах у нашего сына! Когда? Я очень боюсь за Димку. Этот Полищук ни перед чем не остановится. Ты хочешь продать отель Роману? Нет. Найди мне покупателей. Начните новую жизнь. Найдешь себе работу директором, администратором. Одну место работы, диплом фельдшера, которому уже 15 лет. Простите, у нас международная сеть. Другие стандарты качества и обслуживания. Вы нам не подходите, извините. Зачем приходила эта женщина? Это кандидат на вакансию управляющего. Но вакансия закрыта. Так возьмите ее на другую должность. Татьяна Коваленко, наша новая младшая горничная. Нормы у нас высокие. На обеденный перерыв час. Опоздание больше 3 минут – штраф. За пререкание – штраф. За плохую уборку – штраф. Я правильно понимаю? Если ты горничная, то ты не имеешь ни на что права? Вы здесь человек новый. Здесь регулярно проводят проверки персонала. Вы на очереди. С этой минуты ты мой личный враг. А давай-ка я тебе напомню, какие комиссионные мы с тобой взяли за то, что ты убедил Татьяну уйти из гостиничного бизнеса. Ты себе даже не представляешь, во что ты вляпался. У вас есть шанс вернуть бизнес, вернуть Софию.